Одесса простилась с жертвами пожара в санатории «Виктория» – 8-летней Софией Мазур и 12-летней Снежаной Арпентий. На отпевание в Спасо-Преображенский собор пришло несколько сотен человек. Прощание с еще одной погибшей 9-летней Анастасией Кулинич прошло в этот понедельник. Пожар, который унес 3 детских жизни, произошел ночью с 15 на 16 сентября. Все 3 погибшие девочки танцевали в коллективе «Адель» и получили путевки в санаторий как особо талантливые дети. Родители 12-летней Снежаны до последнего не верили, что их дочь погибла, и даже спустя несколько дней после пожара Снежана числилась как без вести пропавшая. До сих пор можно встретить листовки с просьбой помочь найти ребенка.